Zavutrinja Pál Tamás, je profesor Венгерского университета Корвинус в Будапеште, жив в многих странах, продолжаю жить в многих странах, и на Западе, и в постсоветском пространстве. Преподаю в Германии, преподаю в России, преподаю в Венгрии, преподавал в Америке, в Канаде и так далее. Но это, так сказать, о жизненном пути. Занимаюсь в последнее время постсоветским пространством, занимаюсь, безусловно, Вишеградской четверкой, о которой мы сейчас собираемся говорить. И я пытался бы вам рассказать о моем видении, как Вишеградская четверка поступала в Евросоюз, и может ли Украина и Беларусь повторить их тропинку. Может ли она пойти по этой же тропинке? Значит, я понимаю, что вас интересует не историческая политология присоединения Польши к Европе, а то, что можно ли повторить этот путь. Открыт ли этот путь для других? А если да, да, если нет, почему нет? Или я правильно понял? Или вас интересует более... Ну, если вас интересуют более конкретные польские вещи, конечно, значит, будут более подробно о польских решениях. Значит, я пытаюсь в 5-6 пунктах изложить основную идею, которую я привез. Первая идея заключается в том, что когда в 1989 году начал распадать Советский Союз, потом закончился в 1991 году, то на всякий случай в странах Центральной Европы, в том числе и в Польше, речь не шла о Европе. Вообще европейцы были здесь ни при чем. Это был конец холодной войны, и люди понимали так, что распад Советский Союз, это был момент неожиданный, никто, так сказать, к этому не готовился. И люди исходили из того, что Советский Союз распался, потому что американцы этого сделали. Значит, освободители, если можно сказать вот таким образом, были американцы, и не европейцы. Значит, поэтому в начале, ну вообще конец холодной войны, понятно, что в холодной войне, значит, главным контрагентом Советского Союза были США, и понятно, что США в глазах, ну, распал вот этот агент на этой стороне, и согласно, значит, все исходили из того, что победила та сторона. Победила, типа она ничего, может быть, ничего не делала, это распался сам по себе, вот этот агент на этой стороне. Но это другой сейчас вопрос. Факт остается фактом, что в глазах многих восточноевропейцев или среднеевропейцев, ну, как их называть, реальными освободителями, если можно сказать таким образом, от советской зависимости были американцы. Европейцы были очень осторожны, в смысле Западная Европа. Они сами не понимали, что здесь происходит. В основном это была игра геополитическая. И в этой геополитической игре, это была не экономическая игра, это была не чисто политическая культурная игра, это была игра геополитическая, холодная война. И Европа в этом плане, в этой игре, вот длинном, таком длинной войне такой, вообще не была главным игроком. И поэтому и в этих странах, рядом с вами, в Польше, Варшаве, в Люблине, где угодно, и в Будапеште, и в Праге, никто не думал о том, что вот Европа это чего-то. О Европе говорили в каких-то других ракурсах, в основном антисоветских и культурологических. Я не знаю, может быть, многие из вас, потому что читают или читали Кундеру, чешского писателя. И вот знаменитый чешский писатель, который живет, кстати, в Париже или вообще где-то в Франции, пишет на французском, по-моему, 68-69, в общем, в начале 70-х, написал знаменитую статью, знаменитые эссе о том, что такая Европа, что такая Средняя Европа и так далее. Но чтобы было бы вам понятно, Кундера считает, что Европа заканчивается там, где европейская готика заканчивается. Готика, ну понятно. Там, где есть готические соборы, это Европа, там, где готических соборов нету, это не Европа. Вот концепция этого самого. И так как в его глазах, в глазах многих чехов, да, мы говорим об этой чешской статье, Советский Союз это не было страной готики, скажем так, по ряду известных, так сказать, вам причин, другая культура, другие традиции и так далее. Значит, он считал, так сказать, советский строй просто неевропейским. Значит, какие-то неевропейцы, сейчас я называю как-то евроазиаты, азиаты, другие европейцы, они оккупировали нашу Европу. Вот была
так сказать, основная такая картина. Единственная часть Советского Союза, где была готика, вот я продолжаю вот эту линию мысли, Акибор об этом не пишет, это была Прибалтика. В основном, конечно, большие города Прибалтики, которые, кстати, были построены немцами, поляками, шведами, не знаю с кем, и очень часто немецким теперешним населением, но все равно. И таким образом, в глазах многих европейцев, единственной европейской части бывшего Советского Союза, была Центральная Европа, там есть готика, в Чехии есть готика, в Словакии есть готика, в каких-то частях Польши есть готика, может быть меньше на востоке, но все-таки есть, и Прибалтика. Вот. Остальные так себе. И поэтому это долгое время определило судьбу этого. Значит, они в основном, это было последнее поколение, мы говорим о 91-м, 89-91 годах, это было первое, извините, это было последнее поколение европейских политиков, которые, ну, как это сказать, да, они выросли во время войны, в смысле родились во время войны, это последнее поколение, которое было еще реальным послевоенным поколением. Это Коль Германии, это Миттеран Франции, это люди, которые, ну, по воспитанию каким-то образом вот эти куски потерянной Европы, вот, готической, скажем так, еще воспринимали, что это наши братья и сестры. И у них была какая-то эмоциональная штука, они сами не понимали, что происходит, американцы играли свои игры уже с бывшим Советским Союзом, и они просто заметили, что вот братья и сестры вышли из этого самого, вышли из дома сирот. Правда, они очень разные, но они ходят в одинаковых, очень неприятных голубых костюмах. То, что в доме сирот всем давали голубые эти костюмы, кстати, и остались эти голубые костюмы. Вот все они вышли вот этих постсоветских костюмах, но они вроде бы когда-то были нашими братьями и сестрами. И возникали, значит, две концепции. Первая концепция, что хорошо, они слишком долго жили под этим колпаком, они привыкли к разреженному воздуху, в смысле нет у них восприятия нормального воздуха, поэтому должны давать им длительное время, чтобы они привыкали бы к нормальному воздуху, нормальному институту западноевропейскому. Это, конечно, можно сказать, что не это нормальное, а наше было нормальное, сейчас это условно. Это вот наше. И каким-то образом они привыкают вот тому, ну, той густоте воздуха, которая у нас есть, и потом уже поговорим, как и что дальше. Значит, мы должны помочь им научиться дышать и так далее. Знаменитый Адам Михник, это, кстати, ну, это знаменитый польский диссидент, может быть, вы как-то знаете по миру и так далее. Сейчас главный редактор газеты «Выборчик», главной польской газеты, привел, может быть, это не его идея была, но он говорил об этом много, и все от него слушали, и все от него и цитируют. Что какая, значит, какие о том, какие взаимоотношения между аквариумом и ухой. Значит, ну понятно, в ухе есть рыба, но рыба в очень специфическом состоянии, это понятно. И есть аквариум, там тоже есть рыба, но это в другом состоянии. И согласно вот этому Бомо, который он так любит цитировать, проблема эта заключалась в том, что все мы хорошо понимаем, как из аквариума делать уху. Ну, вы сами понимаете. В аквариуме живые рыбы, а там уже рыба мало, другая. Значит, как делать? Надо, значит, ну, подкипятить аквариум и будет уха. Ну, это, конечно, сверхупрощение. Значит, ну, это все знают. Но никто не знает, как из ухи делать аквариум. Как делать этот процесс обратно. А в его глазах, или в глазах, я бы сказал, Запада, если можно сказать, значит, вот то, что произошло в этих странах, и в Центральной Европе, и в том числе вот в новых государствах постсоветского пространства, ну, мы получили уху. Как из ухи делать ту самую? Делать снова аквариум, где живые рыбки плавают. И это никто не знал. Были люди, которые считали, что да, 40 лет, там есть какие-то планктоны, потом все начинается от планктона, и вот каким-то образом потом появляется какая-то маленькая рыбка, акула не будет. Акула будет очень поздно. А другие вообще мальчики. Но был второй подход, и это был подход большой политики
європейської, главним образом німецьких і французьких мислителей, політиків, Міттеран і були одні, які вважали, що тільки рядом з німецькою границею, були романтики, які вважали, що все для російської границі можна буде інтегрувати в цю Європу. Это об этом буду еще говорить. Но факт остается фактом, что как-то интегрировать, не дать пространство самотеку. Потому что самотек никогда не приводит, читали они, к аквариуму. Это хлопотно, это дорого и так далее. Но здесь возникали два дальнейших вопроса. Я пытаюсь, так сказать, исторический ход мысли показывать. Что никто не знает, сколько это стоит. Потому что одно дело, что я вас люблю, но другое дело, что я вас, так сказать, должен кормить 30 лет, и я не знаю, много едите, мало едите, любите ли бутерброды, не любите. Ну, множество вопросов, вы сами понимаете. Так что никто не знает, сколько это стоит. Это первый вопрос. Второй вопрос заключался в том, что не было ясно, как меняется ли геополитическое пространство Восточной Европы. Что здесь имеется в виду, чтобы говорить человеческим языком, а не вот языком искусственным университетских лекций? Дело в том, что все были дико удивлены, что Советский Союз растал на глазах, и фактически геополитические границы России отодвинулись на восток примерно, ну, под Смоленск, где они были в 17 веке. И были люди наивные, которые считают, что вот как здорово изменились ветры, вот так и будет, так и остается и так далее. Но были другие, более профессиональные стратегии Евросоюза, которые думали о том, что здесь есть какое-то окно возможности, это называется window of opportunity. Значит, неизвестно, как долго, мы можем говорить о том, что да как здорово было бы, значит, продвинуть границы, в смысле Евросоюза до Смоленска, но неизвестно, как долго Россия остается слабой. Остается 50 лет, остается 300 лет, остается 10 лет. Никто этого не знает. Никто не знает, когда вот это window of opportunity вот для Евросоюза, скажем, для Запада, может, закрывается. И поэтому, значит, начали думать о том, что давайте делать что-нибудь быстро. Быстро и не очень дорого. Значит, идея Бжижинского была, что когда разлагается, распадает Советский Союз, то ключевой страной региона не только постсоветского, но вообще всей Восточной Европы будет Украина. Если Украину удастся, вот извиняюсь за такие, отбить от России, то все в порядке, Россия остается там, в Евразии, далеко, все. Мировое господство, вот в таком традиционном, европейское господство не получается. Если Россия может вернуть себе Украину, все равно в каком виде, все равно как долго и так далее, то она снова становится мировым державой. Значит, вот это была основная идея. И начались споры разного рода, разного характера. Были европейцы, которые понимали, что интегрировать Украину это очень дорого, и не хотели платить сколько надо. А основное бремя денежных затрат в этом деле должны были взять на себя европейцы. И были американцы, вот вам оранжевая революция и прочие вещи, которые считали, что все равно европейцы будут платить, не они. Давайте идти до конца и давайте посмотреть, что Бзежинским делом, действительно выбить Москву подальше от Востока. Стоит сколько стоит. И вот, значит, состоялось, я сверхупрощаю, но говорю сейчас о геополитике, в такой жаре и так далее, состоялось все-таки в том виде оранжевой революции. Не говорю, что это только делали американцы, просто говорю о том, что как это получилось, в этом, конечно, московская, вашингтонская игра имела определенное значение. Европейцы здесь молчали как рыба, потому что, ну, конечно, говорили о том, что свобода там, да, национальная независимость, как это красиво, но платить не хотели, вот это повторяю. И платить и сейчас не собираются. Но все-таки нельзя было ничего не платить, и поэтому решили платить поменьше, значит, интегрировать Польшу, Венгрию, Чехословакию, бывшую Чехословакию, Чехию, Словакию, это дешевле. Значит, интегрировать
быстро Польшу, чтобы оставить неинтегрированным Украину. Вы понимаете сейчас логику? Вторая тема, что это, как это выглядело внутри Евросоюза. Внутри Евросоюза примерно с 80-х годов шла большая, реальная, теоретическая, концептуальная, очень практическая дискуссия, которая по-английски называлась так deepening или widening, значит расширение или углубление. Одним словом, делать объединенные республики Европы одну, значит, идея была вот идти вглубь, не включить всех, ведь это реально даже не коммунальные квартиры, это общий коттедж, в котором люди должны жить. Это вот, ну как, и тогда, значит, не знаю, Венгрия не будет больше, чем Массачусетс или Польша, как Техас или что такое, и все они будут американцами, да? Но для этого требуется минимальная идентичность, минимальные сходства в экономических и юридических системах, минимальное сходство экономического развития. Но нельзя же, так сказать, если мы с вами скинемся, значит, чтобы будем в общем иметь общую стол, и у вас, значит, того $300, а других $3000, значит, ну как будет общий стол выглядеть? Кто сколько должен бросить в корзину? Может быть, те, которые 300, все должны 250, но если у вас 300, значит остается немного, а если у меня 3000, значит остается гораздо больше. Значит, возникала большая дискуссия, как это сделать, какие страны включить, какие страны не включить в эту общую объединенную. Кроме этого, был европейский национализм, немецкий, французский, итальянский, которые, конечно, думают, что Европа это прекрасно, но они считали себя французами, немцами, итальянцами, не европейцами. И тогда, значит, возникал реальный вопрос, очень такой циничный технический вопрос дискуссии, споры великих европейских держав и внутри этих держав. Значит, если ты хотел объединенное государство Европы, ты не должен был брать вот этих новых ребят или девушек. Все равно. Потому что это очень дорого, они все еще уха. И вообще, что, ну, я не повторяю все это дело, так что это не надо, значит, давайте объединем лучшие аквариумы Европы, и это будет объединенная Европа, остальные, значит, ну, с ними как-то время решает то, что решает. И это, значит, были люди, которые называли себя в этом деле представителями углубления Европы, углубляем Европу, выровняем Европу и так далее, и вот начинается все это. Были другие, которые считали, что Европа это не в основном это, кстати, либералы. Либералы считали, что Европа это не географическая концепция. Речь не о том, что где кончается, значит, я бы сказал, были две концепции. Первая концепция была, что Европа заканчивается на Буге, рядом с вами, в смысле, что это не на этой стороне, а на той стороне. И были, значит, фактически, да, есть опросы, кстати, это не, есть опросы, когда спрашивают европейцы, выбирай. Урал, Буг, еще не знаю, Одера. Одера это немецкая граница. Многие считают, что вообще Европа заканчивается там, где заканчивается Европа, извиняюсь, Германия. Есть более, ну понятно, все остальное там какие-то варвары, неизвестно что и как, какие-то неопределенные государства, странами, границами, амбициями, не надо. Потом есть вторая группа, которая говорит, что там, где кончается, на Буге. Но это тоже понятно. Потому что там это католическая цивилизация, а там, где нет католицизма, это уже не Европа. Если нет храмов готических, то хоть, значит, как доминанты, тогда хоть чего-то было бы и так далее. И вот каким-то образом, это вторая. Есть третьи, которые изучали в школьном учебнике географии, что Урал. Но что и почему, а почему Урал, а почему не Владивосток, и что будет территории между Уралом и Владивостоком, а об этом, так сказать, ни у кого ответа. Здесь очень просто победили представители расширения. Во-первых, там было три мотива, три реальных игрока. Во-первых, французы и немцы считали, что давайте берем тех, которых можно легко взять, не очень дорого, и не очень тревожим этим Москву. Вторым элементом
важным игроком в этом была Великобритания. Англичане ненавидели идею интегрированной Европы. Для них Европа такая, ну, мягкая такая, не очень точно определенная такая сеть каких-то государств. Это больше это клуб общего чаепития и не общего стола дома или общей постели. Это нет, это опасно. Это мешает Англии, мешает Великобритании. Это интеграция Великобритании. Это самое. Кстати, может быть, да, и я просто к этому возвращаюсь через минуту, и они очень сильно были за то, что вот эти Вишеградские страны привыкли бы к Европе. Это очень хорошо, они очень разные. Давайте возьмем их, они недоразвитые. Недоразвитые? Очень хорошо, значит, не будем объединяться в один стол. Каждый будет сам себе чай заказывать, очень хорошо, больше не надо. Значит, это был второй фактор. Третий фактор, это был чисто экономический. Чисто экономическим заключалось в том, что в 80-е годы, по ряду причин, я не буду вам это все рассказывать, потому что это надоест, и это злоупотребление вашим временем, начали брать страны, это Греция, это Испания, это Португалия, которые были недоразвиты. Значит, впервые возникала проблема, что делать, как присоединить, все равно, значит, глубоко, не глубоко, как присоединить страну, которая не развита. И они вели определенный режим. Значит, во-первых, развитость данной страны Евросоюза измеряется не развитостью страны, а развитостью региона. Значит, идея такова, что мы должны, мы европейцы, создаем общий фонд, это называется структурный фонд, из которого ты можешь получить помощь на конкретные проекты, но только тогда, когда твой жизненный уровень ниже 75% общего жизненного уровня или GDP Евросоюза. Значит, если ты недоразвитый, извиняюсь, ты получаешь помощь. Если ты развитый, не получаешь помощь. Если возьмем Центральную и Среднюю Европу, вот Вишеградскую четверку, которая, значит, Прага и Будапешт, как регион, они развиты, они ближе к общему европейскому уровню, были и ближе, соответственно, они помощь не получают, потому что они более развиты, чем, в смысле, зазор недоразвитости у них меньше 25%. Польша, в основном восточная Польша, мы говорим о конкретно о Польше, она, особенно крестьянская Польша, восточная Польша, вот, которая рядом с вами, значит, там, Замош, там, Пшемишль, вот все эти районы, они очень... Они крестьянские, огромное количество крестьянских масс и недоразвитые. И почитали, и возникала очень интересная политическая, и это определяет 90-е годы по отношению к Польше и Евросоюзу. Что Польша, как вы сами знаете, значит, была, ну, промотором политических свобод в Восточной Европе, значит, поляки участвовали в восстаниях, революциях, забастовочных движениях, каждый пятый год выражали готовность польского народа или какой-то части польского народа бороться с советским режимом или системой и так далее. Соответственно, в глазах многих западных мыслителей, скажем так, Польша была как раз той страной, которая заслужила быть присоединенной Европой. Они же боролись все время за то, чтобы, так сказать, быть не в зоне советского влияния, соответственно, они должны были получить за это чего-то подарок. Но с другой стороны, Польша, которая 40-миллионная страна, и которая в Восточной Польше огромное количество, сейчас я подробнее не иду, почему это так, но если у тебя побольше крестьян и побольше сельскохозяйственной продукции и региональной осталось, и в данном моменте это самое, тем дороже тебе взять, тем больше надо тебе платить. И возникал вопрос, что сами сказали, да, вот ребята прекрасные, вот они же боролись, герои, все, солидарность и так далее, но они слишком дорогие. Значит, хотели взять вот Кипр, Мальту, Прибалтику, ну, страны небольшие, это дешево. А Польша была слишком дорогой, и началась какая-то дискуссия, что важнее. Это была очень такая резкая публицистская дискуссия. Что важнее? Исторические заслуги борьбы за свободу, и ты смотришь собственный карман, сколько ты будешь, значит, тратить.
Но я подробности опускаю. Каким-то образом все-таки решили взять Польшу в первую эту самую. Второй дискуссионный момент. Вообще, значит, нет. Все понимают, что требуется очень большая работа по преобразованию социального облика этих стран, изменению юридической системы и так далее. На это требуется много времени, на это требуется и усилие элит этих стран. Я рассказывал, значит, уважаемым коллегам-телевизионщикам, что, например, для того, чтобы Венгрия, маленькая Венгрия, вступила бы в Евросоюз, требовалось изменение около 20 тысяч законов, уже существующих. Это требовало 5 лет, 7 лет, минимум, и так гонялись. Так что это очень тяжело и хлопотно было. И я это просто один маленький пример взял, там гораздо больше. Что-то. Поэтому возникала, ну, возникала проблема. Взять всех сразу или определить какую-то очередность. Были те, которые считали, что это давайте как в старых вузовских экзаменах. Значит, не берем весь класс, который закончил школу, а будет вступительный экзамен и берем лучших. Остальные пусть дотянут. И пусть придут через годы, посмотрим, как это происходит. Пусть они исправляют свои свои ответки, там, свои там, тесты и так далее. Потом это видно будет. И каким-то образом дело дошло до того, чтобы проще взять целый класс. Значит, все те, которые освободились, так сказать, которые закончили школу или не закончили, просто все те, которых выгнали из дома, хотел сказать, пристарели к дому сирот, все сироты, давайте, чтобы не сказать, что я больше сирота, а она меньше сирота, это плохо. Давайте, значит, если они в категории сирот, это самое. Все-таки проблема была с Прибалтикой. Дело в том, что там очень живые геополитические интересы российские. Все-таки речь идет о том, что будет ли в геополитическом плане Балтийское море русским озером или нет. И долгое время не знали, что делать. Потому что европейцы не хотели конфронтировать, как и не хотели брать Украину, так и не хотели брать в основном вот эти геостратегии Прибалтику. Хотя бы, конечно, Прибалтика дешевле была и проще была. Но тоже зачем, так сказать, дергать усы у этого самого, у льва, это не надо, или у тигра, не надо, лучше пусть он отдыхает. Но было два момента, которые здесь все-таки играли важную роль Польши в Прибалтике. Во-первых, американцы. Американцы, значит, хотели конфронтацию с Россией, думали, что пока можно, пока они слабые, давай. И если уж на Украине это не получать, давайте делаем это в Прибалтике. Так что там было очень сильное американское давление. Давай сделай. Кстати, во всех этих играх, об этом, кстати, Евросоюз не любит говорить, но это так. Вот вы знаете, что вот сейчас основная дискуссия Евросоюза – это брать Турцию, не брать Турцию. Но Турцию европейцы не хотят брать, но идет очень большое давление американское, ведь они же члены НАТО с 1948-1949 года. Американцы говорят, вы смотрите, они 40 лет прекрасные союзники Запада, они тратят много денег, строят там, не знаю, большую армию и так далее. Чего вы не хотите их брать? Но все равно их не берут, но потому что дорого и там множество разных факторов. Но Прибалты были маленькими, дешевыми, и было американское давление. И в конце концов был еще один важный момент, что северные страны, главным образом по отношению к Эстонии, это Финляндия, по отношению Риги, значит, Латвии, это Швеция, все-таки давили на них, что давайте вот этих маленьких, почти скандинавов брать. Ну, конечно, это была тоже идея такова, что у них был горький опыт с Советским Союзом, финская война, шведские войны, ну, вы сами понимаете, в истории, там, поляками и так далее. И они были заинтересованы в том, что, так сказать, что российская сфера влияния была бы побольше от финландских или от финских или от шведских границ. Вот и все. И что получилось? Значит, я подам, ну, просто для качества страсти. Например, я был на какой-то тусовке в Испании.
вот эти годы. Испания получила очень много денег. Южная Испания была отстала и получила много денег от Евросоюза. И мы там обсуждали, да, когда же Вишеградцы, значит, там вот эти там, Польша, Венгрия, прочие могли выпить. Они сказали, ребята, у нас, вот если мы хорошо понимаем, еще 7 лет, это был конец 90-х, что-то такое, начало нулевых, еще 7 лет Валенсия, большая провинция Южной Испании, и Андалузия еще получают поддержку, потому что они не доходят до того уровня. По нашим расчетам, через 7 лет они дорастут до этого потолка среднеевропейского и так далее. И тогда, ребята, уже ваша очередь, можете прийти. Пока, так сказать, мы вас не подпускаем, пока конкуренция, пока вы представите нам конкуренцию. Если мы уже выйдем из того, значит, если наши дети уже не будут учиться, не будут пользоваться детским садом, уже можете привести ваши дети в детский сад. Вы нам уже не конкуренция. Но пока наши дети там, вы прийти туда не можете. Это было сказано человеческим языком. У вас вопрос спросите? Да, пожалуйста. А вот вы говорили, ну, дорасти до потолка Европы. Как вы представляете себе Турцию, дорожку до потолка Европы? Турция пока не в этой... Турция не в этой... И в этом плане, кстати, законодательство Турции это очень, и кстати, инновационная деятельность. Это Турция, это не отсталая страна. Турция, но это она примерно вообще другая, она совершенно религия. Но религия, да, но здесь обсуждается не религия, здесь обсуждается, как начинается предпринимательская деятельность, как работает суд. Турция странным образом, конечно. Сколько это... законов придется изменить? Не 20 тысяч, я думаю, чтобы... Ну, об этом еще никто не говорит, и Турцию не берет, не берет Евросоюз. Я, кстати, думаю, что Турция не такая далекая от Евросоюза. Турция по уровню экономического развития, то примерно на уровне России сейчас. Значит, ну, без атомных подводных лодок и прочих. Турцию Ататюрк, Кемал Ататюрк, основатель турецкого государства, современного турецкого государства, в 20-е годы стал радикально менять, вестернизировал железной рукой. Сейчас идет какое-то противодействие там, теперешнее турецкое правительство пытается реисламизировать страну, но это все равно очень современная страна, большие города и так далее, может быть, вы там отдыхали, вы видели и так далее. Значит, таким образом, Турция, конечно, историческая ментальность и так далее, она не такая далекая от Греции, как нам это кажется. Но я не сторонник, и я не начинаю дискуссию о том. Но вот представьте себе, что вот в этой первой войне 2004 года начали. Ну просто вы начинаете изначально, извините, что перебиваю, говорить про готические храмы, там, и да, потом, да, потом что случилось. Забудьте о готических храмах, это написал известный писатель в советское время и так далее. Значит, создавали переговорную делегацию Евросоюза с каждой страной отдельно взятой. Это начинается примерно 97-98 года, идет пятилетний период проверки законов и так далее. Создавали вот в этом материале, который вы получаете, там это перечисляется, значит, acquis communautaire, это такой общий список тем, скажем так, который рассматривается, если хорошо помню, 17 тем или 18, от экологии до состояния тюрем, издается список отчетов о том, насколько вы приближаетесь к европейским стандартам или нет. Каждая страна отдельно взята, это висит в интернете, что у вас отметка такая, у другой такая, у третьей такая и так далее. Значит, каждое министерство сидит представитель Евросоюза, который проверяет документацию дела производства, подходит ли это нравам, традициям Евросоюза. И идет проверка 10, 20, 15, не знаю сколько, тысяч законов. Так что это, да, отчеты ежегодные, они, да, и получаешь немножко денег вперед, в аванс, там ты исправил бы какие-то вещи. Все венгерские правительства не занимались цыганским вопросом, а цыгане у нас главное национальное меньшинство, и всевозможные проблемы с ними связаны, ну, вы можете представить, как они связаны. Этим никто не занимался. Или занимались мало. И пытались на это не обращать внимания. В 98 году
Вы вам сказали, что вот цыганские вопросы, вы ничего не делали с цыганами и так далее. В 2001 году, условно говоря, выяснилось, что да, мы вам сказали, что тюрьмы у вас переполнены, что вообще, значит, порядка нету, жестокость, так это не может идти. Проверьте, у вас год для того, чтобы проверили. Проверили, не проверили, в конце концов, когда уже в 2004 году, значит, приняли Евросоюз, вот эти основные вещи, ну, добились какого-то компромисса, я бы сказал бы так. Но есть абсолютно дикие и дурацкие вещи, например, приведу такой пример. Что значит европолитика в области продажи бананов? Значит, есть два типа бананов, я не эксперт по бананам, извините, если глупо себя. Есть маленькие бананы, тосенькие, прямые, есть большие бананы, кривые. И возникает евроспор, это серьезно. Ведь все идет, и ГОСТы создаются, значит, единая система ГОСТов. Какая банана должна быть? Маленькая, толстая или большая, кривая? И фактически, если хотите, это, конечно, можно сказать, что это одно, это сумасшедшее. Но это, в данном моменте, это мини-война между коммерческими интересами немцев, которые закупают кривые, и французов, которые закупают прямые тостенькие. И, в конце концов, вся Европа над этим смеется, но все равно несколько лет, так сказать, продолжается. Или есть представление, да, в Евросоюзе есть разные блоки, лобби. Значит, очень сильное лобби зеленых. Это Скандинавия, это голландцы, это шведы, это финны и так далее. Ну и много немцев зеленых. А немцы, вот зеленые, вот все эти зеленые, европейские, считают корриду, в смысле, испанскую, это мучением животных, и достойный человек, так сказать, Европа этого не может делать. Соответственно, требует, что Евросоюз запретил бы это самое. Вместо того, что не то, что, то хорошо, в Финляндии не будут корриды, потому что в Финляндии это не считают, но испанцы не должны, мы же европейцы. А испанцы говорят, что этого не может быть, потому что этого не может быть. И так далее. Или возьмем другой пример, тоже такой дурацкий венгерский. Значит, Венгрии обожают в пирогах мак. Но Евросоюз это считал наркотиком. И запретил торты с маком. Да, но вы понимаете, значит, я сейчас не ругаю вам Евросоюз, просто о том, что это странная вещь получается. Или с другой стороны, есть список товаров, которые каждая страна считает, ну, своим национальным достоинством, и бренд этого товара, этого набора товаров защищает Евросоюз. Значит, вы не будете, вы или армяне, или грузины, по-советски, не будете называть коньяк коньяком, потому что коньяк – это определенная разновидность французского напитка. Извините, у вас может быть напиток гораздо лучше, но называется по-другому. Называйте как хотите, но коньяком это не называется. Скажем, есть знаменитое токайское вино. Территория такая, так, 70% историческая, это самое, это Венгрия, 30% Словакия. И начинается сбор. Имеют ли спор, имеется ли, возможно ли, что словаки тоже назвали бы свое вино токайским? Или это только потому, что венгрии включили свой список, а словаки забыли включить свой список. И, соответственно, начинается спор, что ж, как же быть этим? Или возьмем, слушай, если будут какие-то ассоциированные какие-то соглашения странами между морем, в смысле там Украина, Белоруссия и так далее. Значит, у вас есть зубровка, а у поляков есть зубровка, а зубровка считается национальным напитком Польши. Имеет ли тогда другая страна, не обязательно, что попозже прибывшая и так далее, называть свою зубровку зубровка? И потом будет спор между вами и украинцами, что вот ваша горелка или украинская горелка, настоящая горелка, может называться горелка и так далее. Так что здесь есть тысяча таких мелких глупостей, которые связаны с экономическим интересом и так далее. Но что из этого все-таки выходит? Выходит то, что... Выходит две вещи. Я заканчиваю потом, значит, может быть, вот вопрос. Значит, что из этого выходит? Выходит одна штука, которую никто среди основателей Евросоюза не имел
не имела в виду. Евросоюз создавали национальные государства, которые были созданы в 19 веке. Франция, Испания, там, Германия и так далее. Великобритания тоже. Но выясняется, что эти национальные государства начинают распадать внутри Евросоюза. Я помню, это был еще такой период подготовительный к этому расширению 2004 года, когда я участвовал на какой-то тусовке в Германии, в каком-то университетском городе Баварии. И выступала какая-то дама из Мюнхенского регионального правительства. Значит, и она говорит, да, мы за Европу. Европа двух уровней. Будет Бавария и Европа. Германия куда-то исчезает. Вот мы европейцы, мы очень. Но этого нету. Но каталанцы начали, что они каталанцы, не испанцы, но они европейцы. Даже долги до того, чтобы как-то представили бы себе, вот насколько это серьезно и смешно, что если ты хочешь вступить в Евросоюз, скажем, Беларусь хочет вступить в Евросоюз, для этого все страны Евросоюза должны выражать готовность принимать нового члена. Все 27. Если одна не принимает, все. Значит, эти, например, злоупотребляла по поводу Кипра. Кипр очень хотели. Греки приняли сейчас Хорватию. Словения готова была принимать Хорватию только тогда, когда Хорватия отказывалась от какого-то 5-километрового отрезка моря, значит, на берегу, который был оспоримым моментом территории. Причем имейте в виду, что и Словения, и Хорватия были в Югославии, соответственно, внутриафриканские границы были не золотыми. И то же самое вы начали бы, скажем, есть три деревни в Алине, вы уже в Евросоюзе, и идет о том, что будет ли Украина членом это самое. Говорят, если вот эти три деревни не отдаете нам обратно, мы вас не пустим. И остальные 27 стоят и ждут. И если это так, значит, идет Каталония. Тогда возникает дискуссия о том, что если Каталония формирует страну, которая выделяется из Евросоюза, из Испании, который член Евросоюза, нужен ли союзный договор или нет, чтобы говорят, так сказать, советским языком. Что если да, то Испания не разрешает, и они вылетели, да, потому что Испания будет обижена и так далее. Но если они считаются членом Евросоюза, потому что они регион Испании, который член Евросоюза, тогда этой игры нету, и все идет автоматически. Самое смешное, если можно сказать, то, что происходит Великобритании. Великобритания, ну вот я рассказывал, Тэтчер и так далее, играла определенную роль во всей этой игре. И сейчас выясняется, что, может быть, Шотландия уходит в этом году. В смысле, Шотландия отделяется. Шотландия до 17 века была независимой, они договорились, что британский фунт остается общей валютой и отделяется. Если это будет уже референдум об этом. Как референдум решает, так и будет. Но это уже реальная штука, есть опросы. Опросы, я как-то их смотрел, одни говорят так, а другие по-другому, это вопрос не просто решаемый. И никто не думал о том, и вся они, конечно, Шотландия собирается оставаться в Евросоюзе. Это как примерно как Бавария. Что так, конечно, мы баварцы, мы шотландцы. Это древний народ, древняя традиция. Но Великобритания это так себе, а сейчас мы уже все равно Европа. И тогда, значит, возникает вопрос, что Европа будет каким-то, значит, каким-то бассейном распадавшихся национальных государств. И если это так, значит, как вести себя в Европе? Реального ответа нет никакого. Второй вопрос. Что делать теми странами, которые собираются вступить в Евросоюз, для которых не берут пока? 15 лет, 10 лет, 20 лет, 3 года, все равно. Это, конечно, прежде всего Турция. На втором месте Украина, и на третьем месте все остальные, в том числе и Беларусь. И если, значит, я не о том, что, так сказать, это мое, как все остальное, очень личное мое мнение, так что это не то, что приехал товарищ из Брюсселя и скажет, что это. Но я просто думаю, что европейское мышление о новом этапе расширения
опять две вещи, я на этом заканчиваю. Первое, удастся ли стабилизировать Евросоюз, гранзом еврозону в финансовом плане, и создается ли какой-то, значит, хардкор, какое-то жесткое зерно Европы. Если создается такое на уровне 7-8 стран, остальные могут группироваться как хотят, это все равно будет уже какая-то периферия европейская внутри Евросоюза или за пределами Евросоюза. Значит, если удастся создавать вот это зерно, эту косточку, скажем так, тогда будет косточка, значит, будет фрукт. Не будет косточки, фрукт будет очень мягким, не солидным. И поэтому вот это прежде всего интересует Европу сейчас, удастся ли создавать вот эту самую косточку. Если да, то все остальные могут пойти. Второй элемент, как вести себя, главным образом, вот все-таки с Турцией. По ряду причин, не просто другая религия, это 100-миллионный народ, очень быстрый экономический рост, геополитика, сложнейшие, значит, иметь европейские границы с Сирией или с Ираном, Боже меня упаси. Это не границы мира, это границы войны, это границы конфликта и так далее. Значит, лезть туда, и причем, если там присутствуешь, ты должен, так сказать, эти границы защищать каким-то образом. Это очень сложно. И так далее. Я не о том, что мне нравится, я вижу огромные какие-то вопросы. Этой войны, так как все-таки уже много миллионов турков живут и внутри Европы, и американцы давят, что, так сказать, вот добрых турков давайте брать, и тогда Турция будет посредником между Ближним Востоком и Европой, и так скажем, Европа. Дело в том, что сейчас единственным представителем интересов Запада на Ближнем Востоке является Америка, но Израиль это там. И они хотели бы, чтобы Европа играла бы более активную роль, сняла бы какие-то моменты нагрузки с Америки. И это делалось бы, по их представлению, через Турцию. Взять Турцию в Евросоюз, Евросоюз через Турцию выходит на Ближний Восток и участвует в разных делах, снимает какую-то часть бремени с американцев. Значит, таким образом, я думаю, что пока Турции не определяется окончательно, да или нет, или какой-то не создается какой-то кластер, в котором Турция не должна быть членом Евросоюза, но имеет какие-то права быть, ну, в таком широком смысле, политическом смысле, не только олимпийском смысле, ассоциированным членом, думаю, здесь на Востоке с Украиной и с Белоруссией ничего не будет. Я думаю, что после Турции, все-таки возникает снова вопрос, Украина куда идет? В Россию или от России? И что это, сколько стоит, чтобы она отошла бы от России? И можно ли это делать без войны, без напряги, без конфликта, без конфронтации? Если это определяется на втором этапе, после этого определяются все остальные вопросы, в том числе вопросы Беларуси. Так что я думаю, реально, если я был бы русским политиком, я просто ждал бы и одно время наготовил бы систему юридическую, экономическую, управленческую, которая требуется, если Польша или Венгрия это стоило при очень большой напряге 5-6 лет, здесь это просто чисто технически стоит 10 лет. Ну, если американцы так хотят, наверное, можно... Американская позиция слабеет, Китай растет, и Америке в ближайшее время уже не до Европы, и не до того, что делать России с Украиной, а что делать с Вьетнамом и Китаем. Mm-hmm. Так что это вот эта опера Бжижинского, это угодящая. Я думаю, она уже не такая интересная. Нет. Кстати, нет серьезного давления, значит, американцев уже на Украину. И на Турцию нету, потому что Турция отошла от Ататурка, от такого светского государства, и Эрдоган превращает его в такую умеренную мусульманскую страну. Правда, Обама говорит, что это стратегический союзник и так далее, но они ведут себя абсолютно не так. Так что... Может быть, так должна вести себя мусульманская партия, не говорю, что они плохие дяди. Но это другая пьеса. Они сейчас это называют, сами турки называют это неоттоманским синдромом. Они восстанавливают свою империю, оттоманскую. А Ататурк запретил
атаманскую мемориу. Нет, так, не было такого. Запретил ходить в атаманских традиционных одеждах. А сейчас реотаманизация, это да, что вот быть опекуном над каким-то кусками арабского мира, тоже как-то помочь американцам освободиться от какого-то дела, начинается конфронтация с таки Израилем и так далее. Там новая опера, но это не тема нашего разговора. Я думаю, что я заканчиваю, это жарко, так сказать, вам бездушно и так далее. Но я, конечно, готов ответить на какие-то вопросы, хоть на конкретные вопросы по поводу Польши. Я не то чтобы очень сведуща, но при всех прелестях Евросоюза у меня порой вот складывается впечатление, что где-то в каких-то моментах это такой софт, тоталитарное вот давление идет на некоторые страны. Допустим, когда в Польше фермеры из-за того, что устанавливались нормы этой фермерской продукции, которую они могут производить, они не могли производить больше, чем там, чем норма. Они выкидывали это все, эти помидоры на дорогу и так далее. Ну, это один пример. Да, но я к этому вот это вот стандартизация, вот эти вещи. Да, вот но как... вы не забудьте, что фермер – это очень привилегированный человек Евросоюза. 30 лет тому назад, что примерно половина общего европейского бюджета идет на субсидии фермеров. И поэтому, когда говорят о том, что вот у вас квота хорошая, квота плохая, квота сейчас не об этом. Но тогда речь идет о том, что вы, не знаю, там, Польша получила 100 тысяч тонн, не знаю чего-то, капусты. Там, каждый производитель капусты за каждую тонну получает, независимо от того, сколько стоит продукция, сколько, за сколько продает и кому продает, или выбрасывает, не знаю, бук, получает деньги, большие деньги. Так что, одним словом, получает зарплату за то, что он производит свою квоту. Идея такова, что ты участник общеевропейского аграрного процесса, и мы субсидируем тебя. Даже мы тебя субсидируем, когда ты ничего не производишь. Значит, есть целые регионы Германии, Швейцарии, многих других европейских стран, где невыгодно производить чего-то. Скажем, в Северной Швеции, условно говоря, или в Баварских горах, Альпах и так далее. Или даже здесь, в Польше, значит, в районах Закопанья. Но они получают зарплату за то, что это называется за охрану природы, что она остается в деревне и культивирует свою землю, ничего не производя. Можно сказать, что это, кстати, разрушает крестьянский морал. Кстати, разрушает. Потому что ты должен что-то делать, а значит, ничего не делать, а просто караулить, как красиво, значит, луга горные, это хорошо, и там как растет лес, это прекрасно. Но здесь вы должны понимать, что за квотами стоят очень большие деньги, и квоты выплачиваются. Конечно, ты как европейский новый член клуба заинтересован в том, что ты получил бы побольше квоты. Не потому, что у тебя вот будет очень здорово, что будет там 3 раза больше картошки, сколько надо, а ты получаешь из еврокармана, из брюссельского кармана 3 раза больше денег для своих крестьян. И таким образом, конечно, здесь есть, значит, твои интересы показывают, что я могу все, и давайте денежки, вот квота будет не это, а 3 раза больше. А Евросоюз, конечно, где, кстати, перепроизводство аграрной продукции, где очень много ненужной аграрной продукции стала очень эффективной. Евросоюзу очень понравился экономический, особенно пищевой кризис постсоветских стран, в основном главным образом русские 90-е годы, потому что можно было сунуть всю эту ненужную аграрную продукцию в качестве братской помощи в России. И это и сделалось. И это убивало, кстати, российское аграрное производство. Если ты получаешь субсидированное молоко из Финляндии, зачем тебе свое собственное молоко? Это понятно. Но было огромное количество, независимо от России, вот этой никому не нужной продукции, которые произвели фермеры. И вот сунули туда. Как и, кстати, ножки Буша, которые тоже были произведены в Америке таким же образом. Есть страны, где ситуация гораздо хуже, чем в России. То есть есть страны, где просто люди голодают. Почему они отправляют в Россию, а не страны? Во-первых, отправляются очень много голодные страны. Основной поток пищи идет туда, в смысле вот европейской пищи. Вот эти же, вот эта идея была задумана и как-то вылоббирована Францией.
И у Франции свои капиталы, свои интересы, свои ниши в Африке. И они получают там французские, да, получают, извиняюсь, африканцы получают камамбер, потому что перепроизводство камамбера, мягкого сыра французского, хорошего. Ешь, не ешь, любишь, не любишь, вот у нас перепроизводство камамбера. А Россия, конечно, 90-е годы сейчас геополитически нестабильная. И если ты кормишь геополитически мощную страну, то стабилизируешь международную систему. Да, да, пожалуйста. Является ли Европа объектом, который создан естественным путем по собственному желанию, либо это продукт политики американской? Первоначальная идея, что не было бы войны между Францией и Германией. Ведь Европу дестабилизировали со время войны франко-немецкие. Первая мировая война франко-немецкая, Вторая мировая война франко-немецкая. Идея была, что хватит двух мировых войн в Европе, чтобы Европа была бы спокойна, и сначала вот эти два договорились бы. Если они могут договориться, все остальное решается сам. Значит, таком же это был очень важный политический проект послевоенный. Для этих же стран, здесь Америка послала свои военные базы, но не для того, чтобы успокаивать Европу, а то, что для того, чтобы отпугивать Советский Союз. Вот и все. Америка играла в другие игры. И то, что в европейских задворках произошло, это их абсолютно не интересовало. Потом, когда уже начали создавать политические структуры в этом плане, тогда выяснилось, что да, для производителей угля, чугуна, стали, нужен общий рынок. И вот создали общий рынок, так и назывался. Общий рынок. Сначала это была Европейская уния чугуна, стали или что-то такое. И потом общий рынок, так и назывался, десятилетиями. Что создавался общий экономический рынок, если хотите, вот то, что называется сейчас у вас таможенным союзом. С той разницей, что в таможенном союзе есть один сильный игрок, а в Европе этого одного сильного игрока не было, кроме этого, что индустрия стали и прочее была приватизирована. И поэтому это были разные игроки, но то, что эти игроки были большие концерны, традиционные европейские концерны угля, стали и чугуна, тяжелая индустрия, это безусловно. Значит, во-первых, Америка должна, значит, и собирается, сейчас я упрощаю это дело, значит, ну, вы сами хорошо знаете, что в Америке очень плохо с бесплатным образованием, здравоохранением и так далее. Значит, фактически на эти очень важные социальные услуги, конечно, нельзя сказать, что там все голое и так далее, но нет вот такого европейского государства, благосостояние, которое есть там в Франции, в Швеции, в Англии и так далее. И с точки зрения социальных вещей, здравоохранения, культуры, помощи бедных и так далее, это как Скандинавия. Так что, таким образом, никакого культурного противоречия нету, если канадцы могут, в смысле англосаксонцы могут спокойно жить в таком социальном государстве, сами англичане могут, я думаю, американцы могут. Но получается так, я сверху прощаю это дело. Это очень много денег. Но, с другой стороны, не хотелось бы, так сказать, европейского бардака. Что, ребята, вы навели бы у себя порядок. Вот это такое желание Америки, но это просто, они мало влияют на этих вещей. Они собираются выйти. Вообще, я думаю, что Америка, по американским текстам, в Америке всегда идет маятник. Быть более, они это называют изоляционистом, значит, изолированным. Большая страна, мы сами живем, что вы жили бы как хотите. Или быть миссионером, это тоже оба начала, важное начало американской культурной традиции. Я не говорю, что это плохое, это хорошее, и наоборот. Была традиция все время изоляционизма. Огромное количество, значит, я 2 года преподавал в Америке, и помню, было огромное количество знакомых, которые никогда не отдыхали за рубежом. Потому что
Не потому, что их денег не было, не потому, что не говорят люди на английском, скажем, в других странах. Они считали, что Америка, во-первых, лучше, чем все остальные страны. И поэтому зачем ехать в другую страну, которая неинтересна. Во-вторых, они были убеждены в том, что Америка более чистая, чем другие страны, включая Европу. Они грязные, в смысле мы грязные, не обязательно обосушить Европу. И Франция, или там Германия грязная, зачем ехать в грязные страны? Они фанатики здорового образа жизни. И многие семьи так считали, что вот у нас там лучше воздуха, могу джогингом заниматься на берегу. А в Йоре зачем мне это самое? И есть другие, которые, кстати, главным образом сейчас в последнее время связаны не только с миссионерским таким драйвом, что вот да, мы должны спасать Европу, там мир, права человека и так далее. Я не знаю, насколько есть люди, которые, наверное, так серьезно думают, очень хорошо, но есть другие люди, которые, я все-таки думаю, связаны с большим капиталом, который глобальный, значит, американский капитал глобальный. Американский капитал не хотел бы, чтобы Америка бросила бы это самое, значит, американские нефтяные компании в Саудовской Аравии не любили бы, чтобы Америка сказала бы, что пока, ребята, мы возвращаемся себе, значит, в Луизиану и делайте, что хотите. Это делает их очень уязвимыми, это нехорошо. И так далее. Таким образом, значит, идет этот самый маятник в одну сторону, в другую сторону. Как мне кажется, согласно просто американским текстам последнего года-полтора, в общем настроении, это видно из опроса, маятник идет сейчас в сторону изоляционизма. Хватит спасать арабскую демократию, хватит спасать права человека в Узбекистане, когда мы не знаем, где Узбекистан. Мы понимаем, что это плохо. Если кому-то не нравится, пусть приезжает в Америку, пусть живет с нами. Мы страна широкая, мы их принимаем. Приезжайте, а мы не будем вас спасать там, на этом месте. Это потом через 10-15 лет, поэтому все эти давления, там, берите Турцию, не берите этих, берите Украину, не берите Украину, это все сейчас будет в ближайшие 7-8 лет, как мне кажется, по американским текстам, будет менее интересно, менее важно. Потом, может быть, это все изменится. Если Европа и Россия готовятся быть партнерами и не объектами конфронтации, то это как-то по-другому выглядит. Но если или здесь, или там, или здесь и там будут силы конфронтационные, то, конечно, значит, буферная территория между разными, она должна по интересу этих, по интересу тех. Если не идентично, в смысле, что Россия вступает в Евросоюз, но создается какая-то очень органическая связь, значит, я приведу себе такой пример, и на это россияне, политики, аналитики реагируют как-то по-другому. Я всегда приведу пример. Европа – это США, а Россия – это Канада. Это высокоиндустриальная страна, огромные сырьевые ресурсы, очень специфическое место внутри американской политической доктрины и так далее. Но россиянам пока не хватает, недостаточно быть Канадой. Нет, но Канада тоже далеко от Америки, но это не... Нет, я в том плане, что Турцию проще взять в Европу, чем в Россию. В России там, кроме Сирии, еще много всяких проблем. Нет, я понимаю, но Турции тоже немало. Особенно они, Турция сейчас создает себе каждый день новую проблему со своей экспансией в арабский мир. Скажите, а есть такая опасность, что Евросоюз прекратит свое существование, об этом ходят в слухи давно уже? Вот вы говорите, что там 10 лет подождать, 20 лет подождать, может, но уже не будет? Я думаю, что Евросоюз. Слишком много экономических интересов, слишком мощные экономические интересы, чтобы Евросоюз остался. Я думаю, что кроме этого, очень мощные деловые интересы, что евро осталось. И я думаю, насколько европейский большой бизнес заинтересован в том, что евро осталось бы, Евросоюз как рынок общий остался бы, что я слишком экономист, скажем так, но я не думаю, чтобы кому-то удалось бы серьезно. Да, национальное государство, да, шотландцы могут уйти, каталанцы могут уйти, я не знаю, условно говоря, остров Крит может уйти, но некуда, но
это самое, но чтобы евро серьезно прекратилось бы, это... Ну вот последние исследования говорят о том, что поляки, например, те же не хотят введения евро в своей стране. Дело в том, что когда евро ввели в Германии и в каких-то других больших странах Евросоюза, то, ну это уж, я просто говорю о факте, о популярной реакции, то цены подскочили очень значительно. И поэтому никто не любит евро в этом плане, любит в Siemens или в Philips, или в Daimler-Benz, или в Audi, потому что для них это рынок, для них это мощь экономики. Значит, все те, которые думают о европейской экономике как о двигателе, как о моторе, им это очень нужно. Без этого мотора это было бы очень плохо. И все очень стабильно, и страна процветает, и выпускает все эти автомашины и так далее. Но факт остается фактом, что, конечно, от этого боишься, потому что цены подскочат, это во-первых. Во-вторых, сейчас для спасения утопающих в еврозоне ты должен платить. И это очень иногда боязливо на это реагируешь. Почему я должен спасать греков, говорит словак. Когда, значит, Европейский общий банк определяет квоты твои, значит, мы должны спасать Грецию, понятно, что немцы платят 10 миллиардов, но ты тоже платишь 5 миллионов. Он говорит, извините, значит, это дело греков, я не хочу, но придется. Или не придется, тогда штрафы, крики, вопли и так далее. Так что, понятно, Польша достаточно большая страна, и если, значит, пришлось бы, значит, ну, Польша вступила бы в эту самую еврозону сейчас, то для спасения очередного клиента Португалии, там, не знаю, Кипра, не знаю что, ну, вот, пришлось бы Польше платить много. Польша примерно, по крайней мере, примерно на уровне Испании. Это большие деньги. Значит, сейчас Евросоюз вступает Латвия в еврозону. Сейчас они достигли. И фактически, ну сколько Латвии народа? Меньше 1,5 миллиона. Я не знаю, что пусть латыши думают, что хотят, но, может быть, им тоже не нравится, или нравится, я не знаю. Но Евросоюз на это реагирует спокойно. Это не риск и не такой важный источник дополнительной платы. Польша в этом плане, это, конечно, важная страна. Как вы считаете, возможна ли дружба между Европой и Россией? Если да, то по каким пунктам и на каких основаниях? В 90-е годы все-таки Европа еще имела какой-то миссионерский драйв и пытала учить россиян, как вести себя в Чечне, в Дагестане и так далее. Сейчас, я думаю, что таких амбиций нет. Не потому, что они стали более циничными, а потому, что это культурные войны, ислам, не ислам, и они довольны, что не они должны воевать. Например, Европа, там права человека, чудно. Но потом никто ничего не говорил по поводу американцев в Афганистане. Пусть они воюют с талибами и не мы. Когда все-таки НАТО привлекали к разным операциям в Афганистане, люди были в таком диком ужасе, в смысле военные. Но представьте себе, что там тебе дают, например, вот маленькой негре дали целую область в Афганистане, пацифицируй, делай что хочешь. Создавай инфраструктуру, помоги бедным народам. Они приближаются потом. Немцы более мощные, они получили больше территорий, более крупные города, а эти получили поменьше. Они понятия не знали, что, от чего начинать, что там делать, как, кто в этих горах сидит. Человек, кто хочет. Вот я очень циник и думаю, в этом плане уже Россию учить не хотят. Пусть Россия воюет. Пока, так сказать, воюет не этими самыми, не пока воюет с исламом, местными сепаратистами, пожалуйста. В конце концов, успокоили Саакашвили. Не надо конфронтации. Это хороший пример тому, что это американцы и европейцы. Не надо. Я имею в виду, что может быть у них какой-то появится общий экономический или политический интерес, но быть просто
Конечно, Европа, я думаю, что лет через, как я это представляю себе по описаниям, лет через 10-15 вот это монопольное положение газа, российского газа не будет, потому что будет сжиженный газ и будет вот это сланцевая нефть и газ. И таким образом вот эти сырьевые ресурсы, они будут поставляться из более широкого диапазона. Значит, Европа не платить боится за газ и за нефть, а Европа боится платить за газ и нефть одной стране, все равно какой. Если только Саудовская Аравия, это только Россия, только эскимосы, все равно, что был бы не один источник стратегического сырья. Я думаю, что этот вопрос сам по себе решается. Решает мировая технология, не страны, не амбиции, не президенты, не Обама, не Путин и так далее. И создается новая Евразия, где будет, конечно, будет Китай главным игроком. Может быть, Китай с Индией, а все остальные будут так себе. И конечно, ислам не как идеология, а исламские страны как демография. И таким образом демографический рост в этих странах от 4 до 6 раз больше, чем в Европе. Европа устареет, а вот эти страны молодые. Надо что-то с ними делать. Примириться, стену построить. Я не знаю, самое, но это проблема, которую надо решать. А какая выгода Евросоюза, помимо геополитика, да, сразу понятно, то есть они захватывают, они принимают, но это геополитика, плюс экономика, новый рынок. Скажите, пожалуйста, какие еще плюсы, какая выгода именно Евросоюзу? То есть... Значит, во-первых, новые рынки, которые, вот кандидаты наступления, они маленькие. Ну хорошо, присоединили Хорватию. Что от этого? Тогда вопрос, какой? Нет, я просто, да, значит, рынки маленькие. Конечно, Польша это было так, страны по 10-20 миллионов это так, вот эти страны по 2-3 миллиона. Какой то есть это экономика рынок? Здесь вообще не... Экономически такой прямой этого нету. Я думаю, что, может быть, это мой очень политнекорректный ответ, что это представление о политике как об эстетическом факторе. Красиво иметь Хорватию в Евросоюзе. Там европейцы отдыхают в Хорватии на море. Как хорошо, что там. Это будет наша зона. В смысле, они будут у себя дома. Это эстетический фактор. Это не легче регулировать иммигрантов. Но это тоже отдельная группа. Это маленькие страны. Но, скажем, из Балкан все-таки минут, 20 миллионов, 25 миллионов, не знаю сколько, это уже масса, которая лезет в Евросоюз, в смысле не население, но там разные мигранты, значит, скажем, сейчас все-таки решается, вот думаю, что в ближайшие 10-15 лет все-таки будет расширение. Вот представьте себе Евросоюз. Там Греция, здесь Центральная Европа, уже Хорватия, Евросоюз, здесь Болгария, это самая Болгария, Румыния, и вот дырка, которая Сербия, Босния, Албания, Македония. Македонию нельзя брать, потому что греки не допускают. Вот говорю о том, что есть вето. Греки считают, что Македония это исконная земля греческая. И эти славяне известны, что там делают. И поэтому, значит, они даже пошли на то, что они, это не называется Македония, Македонская республика в реке Вардар или что-то такое. Одним словом, за Македонию Евросоюзу надо очень много платить Греции. А Греция сейчас не такая зона, куда очень много хотели бы платить, не платить. Значит, это пока не так. Сербия – это все-таки, думаю, важная страна, и это решается. Сербия готова была на то, чтобы отрезали бы у него руки. Это все-таки Косово поле – это Куликовское поле для сербов. И вот представьте себе, что на Куликовском поле поселились бы татары,
татарии размножились бы, извиняюсь, просто физически, демографически, они стали бы большинством на Куликовском поле, потом сказали, что вот очень хорошо мы понимаем, что это ваша исконная русская, славянская и так далее, но нас там больше, значит, соответственно, будет наши. И так происходит, произошло за 60 лет. Этим примириться Сербия, ну, готовы были умереть, но этого нельзя, идентичность и так далее. Но сейчас Евросоюз сказал им, что, ребята, вы откажетесь благодаря вот этим самым, от Косово поля, мы вас, так сказать, поставим на конвейер. И в конце конвейер, который двигается, где ты уже кандидат, где идет проверка твоей юридической системы, ты получаешь уже аванс такой, другой и так далее, значит, уже мы тебя втягиваем в эту самую. И сербы на это пошли. А остальные, значит, остальные маленькие. Ну, Македония сама по себе, Албания это тоже маленькая страна, и в Албании идет очень много контрабанды, значительной частью драг-трафика Европы занимаются албанцы, и потому лучше это контролировать, по-другому никак не контролируешь. Значит, если это стоит взять землю и контролировать их, если по-другому не контролируешь, тогда ты никак не можешь дойти до албанского дилера в Франкфурте, в Берлине. Я упрощаю все это дело, но эти, значит, интересы security, значит, безопасность, это эстетика, это иногда экономика, это самые разные. Но есть многие, которые считают, что это уже хватит, не надо, уже так достаточно, уже так взяли многих бездельников, пусть перевариваем бездельников. Пока, значит, мы перевариваем, научим быть добрыми европейскими работниками, послушными, это требуется время. Можно еще один вопрос, но да. Не в контексте Евросоюза, а в контексте отношений Китая. То есть вы там говорили в лекции про Китай, и по вашему предположению, через некоторое время, мы возьмем там 10-15 лет, насколько России следует опасаться Китая как агрессора и как нападения для территории, для Китайцы никогда не были, это просто в российских националистических брошюрах Китай агрессор. Китайцы построили большую китайскую стену, что варвары из севера не попали бы в империю середины. Согласитесь, сейчас бытует такое мнение, что Китай со своей экономикой, он начинает развиваться, и рано или поздно ему будет не хватать территории, и в принципе не хватает. Территория не нужна. Там еще много территории, сырье нужно. Сырье нужно. Нет, сырье это общеизвестно, что Китай ищет везде сырье, но Китай очень успешно находит сырье в Латинской Америке и очень успешно находит сырье в Африке. И причем ведет себя точно как неоимпериалисты, как американцы, эти бы сначала выдавали себя за освободителей, но им нужно сырье. И таким образом все это происходит. Китай не агрессор и не будет. Но Китаю территории никогда в истории этого не было. Но смотрите, сейчас возьмем какой-нибудь российский южный город, там Хабаровск какой-нибудь. Там же половина городов населены китайцами, даже больше. Конечно, но это экономическая выгода. Оккупировать зачем? Нет, но это экономическая выгода, сырье нужно, Китай перенаселен. Вот эти люди могут там, не знаю, там какие-то лавочки открывать и так далее и тому подобное. Да, это понятно, но это не оккупация. Можно еще вопрос? Да, конечно. Вы говорили про европейских бездельников, что Европа сейчас пытается их переводить. А они вообще перевариваются? Вот та же Южная Испания, которую... Перевариваются. Если вы были в Южной Испании, Южная Испания, Андалузия, она цивилизировала за 15 лет. Севилья – это не просто старый, красивый такой город, фламенко и так далее, но это конечная остановка новой скоростной железной линии из Мадрида, новое метро, город очень современный, размещены новые научно-исследовательские институты Евросоюза там, так что это уже это не такой, значит, город, там жарко, ночью танцуем и так далее. Нет, танцевать можно, но это очень современный такой, я бы сказал, западный город. Интересным образом. И это произошло за 30 лет. Спасибо.
так сказать, на, ну не то, что на наших глазах, я не помню, что было 30 лет назад, но на глазах одного поколения, причем испанцев, которые там живут. Так что нет, абсолютно. Абсолютно. Конечно, есть мафия в Южной Италии, но мафия может стать двигателем прогресса. Почему и нет? Если научишь их включить каждую большую экономическую структуру, надо включить в развитие, и тогда очень хорошо получается. Я думаю, кстати, я также думаю о российской мафии. Абсолютно, конечно. Что обрела вот Венгрия, вступив в Евросоюз, и что она потеряла? Да, значит, что она обрела, я считаю, что у нас сейчас очень неприятная такая националистическая партия при власти. Я сейчас не буду долго об этом говорить, но это очень такая агрессивная национальность. Если вы больше знаете Польшу, это правительство типа Качинского. Значит, и они имеют достаточную базу парламентскую. Согласно, так сказать, демократическому большинству, они переделают все на свой лад, на свои традиции антимодернистические и прочее, прочее. Евросоюз до определенной степени недостаточно эффективно, но в этом их мешает. Им мешает. Так что я лично, будучи реформатором, проевропейцем и так далее, очень рад, что если Евросоюза не было, нас не было бы в Евросоюзе, вот теперешнее венгерское государство, теперешнее венгерское правительство вело бы себя более дико. И сейчас они ведут себя дико, но вели бы себя более дико. Европа их цивилизирует. Это абсолютно однозначно. Да, это не, безусловно, это плюс, это главный плюс, я думаю. Это же не только случай Венгрии. Что? Это не только случай Венгрии. Ну, это случай Венгрии сейчас более резко стоит, но общая такая... Значит, приведу такой пример. До 2004 года, значит, были опросы о том, любят ли разные населения разных стран, уже будущих кандидатов и так далее, уже было принято решение, что да, они ходят в Европу и так далее, любят ли это дело или нет. Я помню результаты опроса в Прибалтике. Но в Латвии, в этом самом, получилось, в Латвии, в Эстонии русскоязычное население обожало Европу. Националы, титульные нации, этого не любили, потому что знали, что Евросоюз заставляет их вести более мягкий закон о языке, предоставить всевозможные права русскоязычному населению и так далее. Значит, а эти, наоборот, были довольны как танки, что если даже гражданства не будет, они могут... Позже это будет, сейчас можно. Ты попадаешь в большой ненационалистический супер вариант. Я не знаю, это не государство, не просто структура. И было ясно, что русскоязычная Рига обожала это, а вот такие очень, так сказать, убежденные националы латыши. Они этого не любили, потому что Евросоюз, как и венгерских националистов, ограничивал бескрайности своих там мечты и мечтаний. Так что да, это конечно. Это цивилизационный очень важный момент. Да, отрицательные моменты. Что так как рынок рабочей силы абсолютно свободный, талантливый ученый твой будет работать не в Сегетском университете Южной Венгрии, а в каком-то южно-французском университете или южно-английском университете. Зачем ему сидеть дома? Это его, в смысле, это одна и та же страна. И ему дают работу и так далее. Значит, это не обязательно, значит, бедный будет посудомойкой. Нет, он будет программистом, сколько хочешь. Конкретный пример. В Венгрии, в Чехии и Словакии, это сейчас конкретный большой и нерешенный вопрос. Рынок туда свободный. Врач у тебя в больнице зарабатывает, условно говоря, 1500 евро. Через 100 километров в Австрии зарабатывает 5000 евро. Зачем ему оставаться, скажем, в венгерской больнице, если через 100 километров он... Да. Я знаю очень много, не очень много, знаю, например, врача конкретно, значит, он в каком-то венгерском
до низкої партийки главврач, що то хороший, не маленький, не молодий чоловік. І суботу, і причому статусом, не пацан, уважають його і так далі. Но суботу, воскресенье он дежурит в австрийской больнице. Это разрешается, не бросили работу, ничего. Работает там и зарабатывает за субботу, воскресенье больше, чем за эту неделю дома. В результате этого молодой врач вообще не хочет поступать в венгерскую больницу. И начинается ожесточенная моральная дискуссия. В данном моменте это Венгрия, это может быть в любой другой стране, такой периферийной Евросоюза. Что ты получаешь бесплатное образование. Каждый у нас, значит, первый диплом получает бесплатно. Получаешь бесплатный диплом, понятно, это платить за это, за то. Понятно, что не бесплатно, но реально ты, у тебя платы за обучение нет. Или более точно, значит, 70%, вообще возьмем, 70% студентов получают бесплатные места, и 20-30% они на платных местах. Если они плохо учат, ты поступил бесплатно, но плохо учишься, можешь выпасть в платную, ты поступил на платное отделение, и ты хорошо учишься, можешь поступить туда. Но все равно. И потом, скажем, 10% врачей собирается оставаться дома. И в результате этого реально в нашей районной поликлинике нет врачей. И очереди огромные. Это не... И тогда начинается дискуссия. Значит, государство говорит, государство, правительство, которое я не люблю, я не защищаю это правительство, я говорю, как же так? Мы же за это платим. Вы платите, налогоплательщики, мы просто канализировали его. А он берет и уезжает. Давайте, значит, дело в том, что в коммунистической венгерской высшей школе не было распределения, не так, как в советской школе в своем роде. Поэтому и они сейчас пытаются вести распределение, и огромные вопли, крики и так далее. Но если ты получаешь бесплатный диплом, государство может же сказать, что ты врач, например, не египтологов или социологов, никто сам, иди куда хочешь, не нужен. Но инженер-электронщик нужен, врач нужен, мы в тебя вложили. Как-то ты должен, так сказать, ну, положительно реагировать на это. Скажем, отработать какое-то количество лет. Но Евросоюз говорит, что свободное передвижение, право человека, как ты можешь его ограничить в чем-то? Он европейский гражданин, право человека, хочет работать в Испании, пусть едет в Испанию. Это все правильно, но ты вложил деньги в его диплом. Тогда где же ты как многоплательщик, ты как страна, ты как... Даже не... И начинается такая морально-политическая, знаю, какая дискуссия, значит, кто больше проиграет, кто больше выиграет, кто прав, кто виноват. Если у тебя, у нации, у региона, у города все равно коллективные права на этого человека, или у тебя таких нету, он делает, что хочет. Я не говорю, что... Вот вам конкретные примеры евросоюзовские, которые плохо решаются. И я не знаю, значит, ну, разные теории приводят тебя к разным решениям. Я не думаю, что есть однозначное, да, вот это так. Я вообще говорил, когда вот меня спрашивают, кто я, значит, кем я себя определяю, я говорю, что я европеец венгерского происхождения. То есть вы даже не сомневаетесь, тут нет колебаний, у вас четкое... У меня четкая европейская акцент, абсолютно. Если даже Европы не было бы, или не будет, или не знаю что, я останусь европейцем. Я не знаю, думаю, что я смертельно, так сказать, намучен. Да, наш лектор устал, поэтому мы на этом завершаем наше европейское кафе. Я еще хочу поблагодарить бар «Лондон», который нас просто выручил. У нас была просто форс-мажорная ситуация. Да, и большое спасибо.